Я сегодня буду рассказывать про enterprise sale, и мы будем концентрироваться именно на продажах в enterprise и постараемся пойти на очень таких как бы практических советах, практических вещах, ситуациях, с которыми мы сталкивались. Сейчас попробуем. Ага, вот так. Немножко пару слов обо мне и о компании Rallyware. Компания Rallyware находится, headquarters началась в Бостоне, сейчас headquarters находится в Сан-Франциско. У нас есть несколько офисов в Америке, и также у нас очень важный офис здесь в Украине, в Харькове. И вот эта комбинация работы команды с Украины и Америки очень, я считаю, что это очень большой, если по-английски сказать, competitive advantage, нежели слабость для многих команд. Поэтому очень многие команды, которые вы начинаете здесь и растете, очень серьезно смотрите, вот как эти два офиса могут взаимодействовать друг с другом. И это во многом очень-очень помогает. Что такое Rallyware? Rallyware — это, мы называем это Field Engagement Platform, для, по сути, это платформа для вовлечения работников в работу компании, работников, которые находятся удаленно в разных местах, и для того, чтобы платформа помогает, чтобы эти работники выполняли различные задания, связанные с образовательными, организационными и так далее. Сегодня они, у нас клиенты в 24 разных странах. Чтобы знали вы примерно стадию, из какой, как бы, с какой стороны я буду говорить. У нас примерно стадия где-то 32 человека, чуть больше 2 миллионов мы подняли инвестиций. И сегодня о чем я буду говорить, это я буду говорить немножко об enterprise sale. Что я хочу сказать? Во-первых, я буду концентрироваться на enterprise sale в Америке. То есть некоторые вещи, которые я буду говорить, они, возможно, не будут достаточно подходить к SMB mid-market sale, но, в принципе, очень многие вещи совпадают, особенно с mid-маркетом. То есть enterprise sale, опять же, то есть это сейл, где цена примерно чуть больше 8, некоторые смотрят 10 тысяч долларов в месяц и так далее. Может быть меньше, если начинают с развитием роста для компании. Вот. А как же построить и как сделать вот ваш первый enterprise сейл команду? Некоторые вещи, которые очень важны. Самое первое, это помните, что enterprise sales — это командная игра. Это не то, что у вас есть один человек, который продает, а все остальные — это больше никого. То есть вы можете по-разному называть эти должности. Я здесь упомянул, как мы называем. Там LDR — это lead development rep, SDR — это sales development rep и так далее. Вы можете называть их как хотите, в зависимости от ваших маркетинговых каналов. Будут по-другому должности называться, будут другие типы работы, но что будет важно, это помнить, что это, вся эта работа должна взаимодействовать и должна командная игра, и тот sales rep или enterprise sales executive, или как вы его еще называете, этот человек, то есть без команды один, в принципе, в поле не воин, независимо от того, насколько он хорош и насколько он силен. Дальше. Вот немножко здесь как бы опять же показываем, что это командная игра. У вас идут как бы от маркетинговых каналов вы идете в лиды, оттуда opportunities, оттуда идут клиенты. Очень важно, когда вы масштабируете команду, делать это в очень балансированном способом. То есть вам нужно смотреть сначала увеличивать количество лидов, потом, чтобы доходить уже до того, чтобы если больше людей увеличивают лиды, SDR не справляются, добавлять больше SDR, больше не справляются люди, которые продают, не справляются продажники, добавлять больше уже sales reps. Ну и это в этом плане, оно вам помогает в плане костов, потому что в плане денег, чем дальше, чем больше вы в лидогенерации, тем дешевле вам стоят люди, которых вам нужно нанимать для того, чтобы продать. И как бы за счет этого cost of sale, ваш cost of customer acquisition cost становится меньше, потому что вам нужно будет меньше людей брать на sales reps и больше людей брать на генерацию лидов.
Вот. Но это все была теория, которая, я думаю, что большинство из вас уже знают. А сейчас, что, на что я хотел потратить большинство времени сегодня, это на, как можно сказать, развенчивание мифов или на опровержение мифов, которые связаны с enterprise продажами. Опять же, я хочу сказать enterprise и, опять же, с продажниками, людьми, которые продают в Америке. То есть в других странах, в других частях это может быть немножечко по-другому. Но некоторые из этих мифов для вас покажутся абсолютно понятными, и то, что вы видели, может быть очевидными. Некоторые, может быть, вы не согласитесь. Некоторые, возможно, вы скажете, о, а у них... мы думали, что только у нас такие ситуации возникают. Что? Ну, в России мы не продаем. У нас несколько клиентов в России, то есть. Ну, может быть, то есть у нас трафик не является основной лидогенерационной частью, поэтому, в принципе, это значения не имеет. А вот, ну, давайте первый миф. То есть первый миф — это часто, давайте наймем еще 5 enterprise sales reps, еще 5 человек, которые будут продавать, и сразу же в 5 раз увеличим наши продажи. Естественно, это не работает. В основном помним, что это все по поводу генерации лидов. Чем больше лидов вы делаете, тем больше возможностей ваших людей продать. Если вы взяли enterprise sales reps, у которых нет лидов, польза от них нулевая. Следующий миф, что хорошие sales reps, они хороши во всем. Они хороши в том, чтобы генерировать лиды, и они очень любят генерировать лиды. Это тоже неправда. Почему? Давайте посмотрим. Здесь несколько вещей. Во-первых, они, те, которые хорошо люди продают, они, как правило, очень нехороши в генерировании лидов по нескольким причинам. Это связано, что абсолютно разные, требуются абсолютно разные скиллы, абсолютно разные задачи перед этими людьми стоят. Во-вторых, это забирает их внимание, генерация лидов, а вам нужно внимание, их внимание все на закрытие сделок. В-третьих, часто, если вы заставляете своих sales reps, и очень часто в начальной стадии стартапы пытаются это сделать, они возьмут очень дорогого sales executive и говорят, ну, лидов у нас, конечно, нету, но ты же всех знаешь, давай, продавай. И очень часто это один из первых показателей людей, которые, что эти sales reps, они просто несчастливы на этой работе, и они скоро уйдут от вас. Ну и, конечно, ваш cost, customer acquisition cost очень сильно увеличивается за счет этого. Третий миф. Вам нужно нанять VP of sales как можно раньше, и этот VP of sales будет продавать, продавать и продавать. Слышали такое? Многие? Нет? Мне очень часто это говорили, мне очень часто заставляли, были варианты, и это неправда тоже. Почему? Потому что, как правило, VP of Sales — это операционная работа, и VP of Sales очень важен, когда у вас уже есть большая команда или небольшая уже продажников, и чтобы этот человек операционно делал, точно видел, знал и понимал, как правильно провести весь процесс. Но при этом, как правило, особенно те, кто приходит из больших организаций, они не являются хорошими продажниками сами по себе, и очень часто это ошибка начинающих стартапов. Они очень сильно зависят от лидогенерации, опять же, и вам нужно очень сильно инвестировать в лидогенерацию. Они очень дорогие, естественно, но осторожно, очень часто даже инвестора очень часто вот заставляют вас сделать эту ошибку. Вы нанимаете человека, человек не работает, а вам говорят, ну, вы неправильного человека наняли. Так что аккуратно. Если вы хотите нанять кого-то уровня VP сразу же в начале, то лучше это сделать VP of Marketing, который будет координировать генерацию лидов, вместо того, чтобы VP of Sales, который будет работать с теми людьми, которые уже закрывают сделки. Следующий миф, миф четвертый. После того, как вы наняли Enterprise Account Executives, вы очень быстро будете знать, этот Enterprise Sales Executive хорошо продает или плохо продает. Все всегда на это надеются, когда нанимают нового человека, и все всегда понимают, что это не так. Почему? Потому что Enterprise Sales Cycle — это очень-очень долгий процесс. То есть у вас могут быть дилы, которые застревают реально на большое количество месяцев, и
при самых лучших продажников. Мы видели ужасных людей, которые, в принципе, очень слабые enterprise продажники, которые у нас, в принципе, продавали в первую неделю, но потом ничего от этого дальше хорошего не было. Видели, которые, в принципе, очень сильные, очень классные, но первые 4 месяца там ни одной продажи не было. Поэтому очень важно первые 2-3 месяца работать очень близко с вашим enterprise sales человеком и тренировать их, смотреть, как они реагируют, смотреть, как они показывают демо, смотреть, как они общаются с клиентами и использовать, верить своей интуиции. Никакие цифры здесь на самом деле вначале вам не помогут, ничего не подскажут. Здесь самое главное — это интуиция. Если вам кажется, что это неправильный человек, то, скорее всего, это неправильный человек. Вот. Дальше. Следующее. Если ваш первый sales executive не успешный, то вы сделали ужасную ошибку для компании, и эта компания уничтожит. Очень часто люди, когда такое происходит, люди очень переживают, и что же дальше будет. Но в принципе, на самом деле, это не так. Это берет примерно по статистике в среднем до 6 человек, пока вы найдете своего первого правильного enterprise sales executive, который продает в enterprise. Конечно, мы все здесь гораздо умнее, гораздо сильнее, гораздо лучше, поэтому у нас это должно быть меньше, чем 6, но в принципе надо реалистично оценивать свои возможности. И что очень важно, это когда у вас человек не сработал, когда вы меняете человека, который осуществляет продажи, понять, почему он не сработал. То есть не всегда это происходит из-за того, что вот все было неправильно. Иногда вина больше на вас, чем на этом человеке. То есть, может быть, это неправильный человек неправильной стадии для вас. Может быть, вы не дали достаточно тренинга. Может быть, ожидали слишком много. Может быть, еще какие-то факторы. Следующий миф. Если ваш первый sales rep не успешный, то это был ужасный sales rep. Тоже, опять же, не обязательно. Как я уже только что говорил, здесь очень много разных других вариантов. Возможно, у вас еще не нашелся правильный product market fit, и, возможно, вам очень многие вещи как фаундеру самому нужно нащупывать и продавать. Также нужно не забывать, что sales cycles в enterprise sales очень долгие, поэтому то, что вам кажется, что, может быть, человек не успел продать, это неправильный человек, на самом деле это просто вы не успели пройти до sales cycles. Возможно, у вас не было достаточно лидов, возможно, не дали достаточно тренинга. В общем, всегда очень важно разобраться, в чем была проблема, для того, чтобы не сделать следующую ошибку, чтобы не идти, не искать вот всех, не идти через весь цикл из 6 человек, пока вы не найдете правильного первого продажника. Следующий миф. Когда ваш человек, который вам продает, ваш sales enterprise rep вам говорит, the pipeline is looking great. Означает ли это, что у вас все великолепно и все здорово? В принципе, не означает. Но это и не означает, что это плохо. Enterprise sales reps, с кем я работал, всегда используют, что все хорошо. И это здорово, потому что люди, которые продают, должны быть по натуре оптимисты. Иначе, в принципе, у них, скорее всего, ничего не получится. Но при этом, пока у вас не появился VP of sales, а это когда у вас есть хотя бы 2-3 sales rep, а может быть больше, вам очень активно нужно самим, как фаундеру, как CEO, самому вести пайплайн и понимать, куда все движется, и понимать, что происходит. И также понимать не просто смотреть на цифры, что происходит, вот как изменилось по цифрам с прошлой недели до этой, а понимать больше на qualitative уровне, понимать, видеть, что именно, какие изменения произошли. Очень часто тяжело сравнивать с какими-то другими показателями, как ваш пайплайн двигается, когда пайплайн только выстраивается, потому что все бизнесы разные, все циклы разные, все оно очень часто несравнимо. Поэтому, опять же, еще один совет. Используйте свою интуицию, используйте, как вам кажется, как вы видите, куда это движется. Следующий миф. Если вы негашируете и хотите нанять enterprise sales человека, и здесь этот вопрос уже поднимался, они дорогие, а хорошие еще дороже, во всяком случае в Америке. Если вы дали маленький оффер, и человек взял его без всяких проблем,
то, наверное, это неправильно быть очень довольным по этому поводу. Почему? Потому что если они, в принципе, не спорили с вами по поводу цены, не пытались негашировать лучший оффер, то, скорее всего, они точно так же не будут спорить с клиентами, которым они будут продавать. Поэтому это такой, опять же, командный процесс, где важно понимать, не просто получить выгоду в самом начале, а понимать, куда дальше идет. Следующий миф. Очень часто, когда очень много разных людей, когда нанимаешь на sales работу, приходят абсолютно разные люди с абсолютно разными опытами. И очень часто я сталкивался с такими, которые говорят: «О, меня вообще ваш продукт не волнует, я даже смотреть его не хочу. Selling is selling, and look how great I am». От таких людей быстро-быстро нужно бежать. То есть даже не рассматривайте такие варианты, каким бы они ни рассказывали, какие они хорошие продавцы и кому они только не продавали. И на самом деле это очень-очень часто встречается. Люди, кто нанимали enterprise sales людей, наверняка, я уверен, что сталкивались с этим. Также, если они продают хорошо, но при этом они ваш продукт не знают, это увеличит ваши customer acquisition costs очень-очень сильно, потому что вам придется как-то показывать демо, как-то показывать, решать все вопросы, и это становится сложно. Следующий миф, что возможность построить отношения, умение построить отношения — это номер один качество, в котором нужно смотреть на sales rep, когда вы его нанимаете. И, в принципе, мне очень долго это казалось очень логичным и очень правильной идеей, потому что если человек может построить хорошие отношения с клиентами, то, скорее всего, он им продаст. Но на самом деле это не так, и это не так и по тем enterprise sales reps, с которыми мы работаем, мы видели, и это не так по вообще общему ресерчу. На самом деле номер один показатель успешности sales reps — это умение challenge the customer, умение обсуждать тяжелые вопросы, умение объяснить клиенту часто, где они неправы, и действительно, то есть такое умение вести диалог с позиции, в какой-то степени с позиции силы. И это особенно важно, когда вы продаете очень новый продукт, который innovative, который, в общем-то, вам нужно убедить кастомера, зачем вам это нужно. Я это называю немножко как hot-dog, аналогия с продавцом хот-догов. То есть вот если у вас как бы есть улица, где продают хот-доги, и вы можете купить хот-дог у любого из продавцов, вы, наверное, купите хот-дог у того, кто вам больше, с кем вам приятнее общаться и кто вам больше нравится. Но в то время, если бы вы не знали, что такое хот-дог, и вам нужно было бы что-то купить, о чем вы не знаете, вы будете смотреть именно в продукт и пытаться, чтобы вам объяснили, зачем вам это нужно, в отличие от того, чтобы просто купить у того, с кем приятнее всего общаться. Мы видели sales reps, которые, они CEO огромнейших многомиллиардных компаний, они настолько развивали отношения, что они высылали через смс-ки фотографии кошечек друг другу, но при этом это CEO никогда у них не покупал. То есть, следующий. Great sales reps are always on the road. То есть они всегда путешествуют, они всегда, как только клиент сказал, давайте встретимся, надо садиться в самолет и быть там. И очень часто вы это, кстати, увидите, очень часто кто-то здесь спрашивал про field sales. Очень часто такая тенденция, особенно в Америке есть, потому что особенно в больших компаниях, потому что большие, огромнейшие бюджеты выделяются на поездки. Очень часто sales люди оцениваются на том, какое количество встреч они провели. Легче показать, что вы дальше продвинулись в пайплайне. Но на самом деле это тоже неправильный подход. Почему? Потому что ваш клиент должен заслужить, чтобы с ним встретились лично. И для того, чтобы заслужить, вот уже здесь говорили про квалификацию, BAND, отличная квалификация, Budget Authority, Need and Timing. Вам нужно понять, с кем вы, если вы приедете и будете с ними встречаться, с кем вы встречаетесь, будет ли человек, который принимает решение, и человек, который выписывает чек, будет ли на этой встрече. И если будут, то действительно надо садиться в самолет и лететь. А иногда, может быть, sales rep должен привести CEO на митинг, если это очень важный митинг. Но будьте осторожны в том, чтобы очень часто неквалифицированные sales люди любят просто прыгнуть на самолет и показать, как они
как они любят компанию, готовы в любой момент лететь и продавать. И, кстати, это один из показателей, сильный у вас sales rep или нет. В том смысле, если человек сам может оценить и даже составить критерии на будущее, когда нужно летать, а когда не нужно, это показывает о том, что он уверен в своих силах. Мы подходим к концу. Вот. Ну и как бы, если колл с проспектом хороший, то это отличный звонок. Это тоже неправда. Обычно разговор начинается, когда сказали, когда вам первый раз сказали нет. И последнее, это последнее, в принципе, стоит ли, это я могу потом в слайдах показать, и последнее, стоит ли продавать, делать enterprise продажи из Украины или нет. И то, и другое неправильное. Люди, которые говорят, что надо только из Украины продавать, неправы. Люди, которые говорят, что нельзя из Украины продавать, тоже неправы. Помните, что это командная игра. Помните, что отдельные части могут быть в Украине, отдельные части могут быть в США. Вот, извините, если я чуть-чуть за время прошел. На вопросы все отвечу лично. Даже круто. Если про Трампа огромное скажу. Спасибо за разрушение такого количества мифов. Супер. Спасибо огромное.